Анна Щербакова и Марк Кондратюк – самые интеллигентные и остроумные капитаны Кубка Первого канала. После окончания коротких программ на турнире в Саранске ребята вышли к журналистам вдвоем. Без забавных шуток и интересных предложений не обошлось. И вот одни из самых интересных вопросов интервью. Довольны ли вы сегодняшними прокатами? Что скажете о результате первого дня? Марк с переменным успехом. Рад, что я сделал луц, но каскад можно было исполнять чище. Что касается победы, об этом рано говорить, пока еще только первый день. Конечно, рад, что сегодня мы взяли временное лидерство. Аня, как видите, я тоже рада. Смеется. По поводу своего проката, я очень довольна, потому что я выступала последнее и чувствовала ответственность перед командой. Я видела, как все ребята хорошо выступали, как все боролись, очень за них была рада и понимала, что не могу подвести. Рада, что справилась. Завтра постараемся выступить так же хорошо. Анна. Марк вчера рассказывал, что они с Женей Медведевой продумали, как будут работать со своей командой. Расскажи, что вы придумали вместе с Алиной Загитовой и как ты поддерживаешь свою команду как капитан. Аня. Мы стараемся создать максимально комфортную атмосферу, все празднично украсить, поддержать. Все профессионала, каждый спортсмен свое дело знает. И мы просто стараемся сделать так, чтобы каждый чувствовал, что он часть команды и что каждый прыжок для нас очень важен. К Кубку Первого канала вы относитесь как к серьезному турниру или больше как к шоу? Марк, я не вправе говорить за других людей. Что касается меня, отношусь к Кубку Первого канала как к соревнованию. Да, с элементами шоу, но это полноценный турнир. И вроде бы никто не выходит на лед кататься просто по приколу. Все выходит как на серьезный старт. Аня, как мы видим, все ребята катают полноценные соревновательные программы. Безусловно, к этому надо относиться как к полноценному соревнованию. Но я бы не сравнивала это с другими турнирами. Есть чемпионат мира, а есть Кубок Первого канала. Да, это соревнование, но мы пытаемся подарить всем людям праздник фигурного катания. Чей прокат стал для вас самым эмоциональным моментом сегодня? Марк, некорректно выделять кого-то конкретного. Каждый участник – часть одной сплоченной команды. Мы с Аней переживали за всех одинаково. Аня согласна с тем, что мы переживали абсолютно за всех ребят. Ну и плюс все понимают, что это была лишь короткая программа. Работа сделана не вся, поэтому главные эмоции будут у всех завтра. После этого случился самый забавный момент совместного интервью. «Спасибо большое», — сказала пресс-атташе, объявив о завершении общения капитанов с журналистами. «Можно еще один последний вопрос?» — попросила журналистка. «Может, еще подеремся?» — пошутила в ответ Анна Щербакова. «У тебя холодное оружие. Мы в неравных условиях», — парировал Марк, указав на то, что Анна стояла с коньками в руках. «Только если мне отдашь один конек», — заключил Кондратюк. Кстати, на тот самый последний вопрос Марк все равно не ответил. «Марк, Александра Трусова поддержала твою команду в телеграм-канале. Насколько это важно для тебя? Не пытался ли ты, может быть, все-таки уговорить Сашу принять участие в этом турнире? Марк, можно я не буду отвечать на этот вопрос?»